Теперь каждому начинающему предпринимателю будет проще сделать первые шаги в развитии своего бизнеса. Для этих целей в Орехово-Зуевском районе открылся первый коворкинг-центр. Клиенты смогут снять в аренду конференц-зал или полноценное рабочее место, при этом не платя огромные деньги. Название нового коворкинг-центра напрямую отражает его основную функцию – дать старт развитию начинающим предпринимателям. Один из первых его работу оценил Артем Петухов. Свой бизнес он открыл 5 лет назад в деревне Тереньково. На тот момент главной проблемой для предпринимателя было найти помещение для деловых встреч. Большинство предпринимателей у нас в районе – это все-таки те люди, которые находятся в сельской местности. Вот здесь как раз вот именно то место, где можно именно провести встречу и не проблему добраться на общественном транспорте. И плюс еще рядом находится МФЦ, плюс рядом находится инфраструктура. В коворкинг-центре оборудовано более 30 рабочих мест, переговорные и зоны отдыха. Арендовать себе место можно как на 20 минут, так и на несколько месяцев. Можно просто прийти по звонку. Есть офис? Да, есть. Приезжает, оплачивает тут же какие-то несколько сотен рублей, занимает место, связывается по интернету, отправляет информацию необходимую, ведет переписку, оставляет на хранение вещи, приглашает необходимых себе друзей для ведения переговоров. Один из главных плюсов данного коворкинг-центра в том, что он находится на территории крупного предприятия. Его руководство готово выделить рабочие площади для малого и среднего бизнеса. У нас мощная возможность, мощное подключение есть хорошее к электричеству, к газу, площадь в аренду. Мы сами, как предприятие, всегда пользуемся и аутсорсингом, поэтому для мелкого бизнеса здесь хорошая такая бизнес-атмосфера создана. Также в коворкинг-центре оборудован конференц-зал, где прошла встреча бизнес-сообщества Восточного Подмосковья. На ней обсудили открытие на территории Дулевского фарфорового завода нового многофункционального центра для предпринимателей. Специалисты будут оказывать помощь в решении вопросов оформления земельных участков, строительства торговых точек и многое другое. Планируется, что данный МФЦ начнет свою работу в начале следующего года.